Привет, как дела? Это видеочатира по-русски. И надея раньше должна ли слушать много? И слушала много подкаст и видела фильмы немного. Слушать хорошо, или улиц Разики, но у меня нравится результат. У меня есть только 40 минут каждый день, или учить разики, и у меня нет времени или слушать много, потому что тоже у меня была iTalki, и говорила и читала и у меня нет 40 минут ли слушать, работала много и не была в метро из-за коронавируса. Потому что не могла слушать подкаст в метро. Сейчас я из дома много. Потому что у меня есть проблема слушать много. Пока-пока.